Настоящие тайники с нелегальным оружием обнаружили жители округа во время уборки. Первое ружье оказалось спрятано в погребе в одном из поселков, второе в гараже в Нарьинмаре. По словам тех, кто обнаружил находки, оружие могло принадлежать покойным родственникам. Законопослушные граждане сразу же сообщили об этом в Росгвардию и получили право на денежное вознаграждение. В сентябре два жителя округа сдали в Центр лицензионно-разрешительной работы два незаконно хранящихся у них охотничьих ружья, за что получили денежное вознаграждение. С начала года в Росгвардию сдано 14 единиц нелегального оружия. Сумма выплат составила более 45 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Ненецкому округу, лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся у него оружие, освобождается от уголовной ответственности без судимости и каких-либо негативных последствий. Вознаграждение составляет от 2,5 до 15 тысяч рублей за единицу в соответствии с предусмотренной классификацией. Получить более подробную информацию можно в Центре лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии или по телефону 469-60.